замечательно. Еще бы солнышко, было бы вообще прекрасно. Вот так. А у кого-нибудь хотите сегодня попросить прощения, прощенное воскресенье? Да, все, кто меня знает, простите меня, я исправлюсь. Хотим попросить, прежде всего, прощения у своих родителей, у своих детей, что мы бываем строги. Ну, думаю, что и дети хотят тоже что-то попросить прощения, нет? Не знаю. Ну, у всех, кого я знаю, нужно попросить прощения, потому что, ну, кто знает? Никто. Мы кого-нибудь обидели нечаянно. Ну, а рамичан мы хотим поздравить с наступлением Масленицы. С завтрашнего дня будет большой пост. А здесь сегодня праздник, отдыхает, веселится народ. Всем добра, любви, мирного неба. Мне понравилась кузница, такая выездная. Понравилось очень много для детей, развлекал их таких, ну, как бы старинных, можно сказать. Не то, что приближенно к компьютерным играм, а именно вот с веревочкой, да? Городки не увидишь сейчас особо. Ну, катание на ватрушках – это современное, а все остальное очень интересно. Очень красиво. И народу вот очень много, да. Кузница мне тоже понравилась. Там всякие ножи делают, еще что-то. Ах ты, молодец!